По осени считают не только цыплят, но и весь урожай. Широкий ассортимент товаров и выгодные цены. Традиционная ярмарка в эти дни проходит в Бобруйске. Не знаем, как вы, а мы пройдемся по торговым рядам и узнаем, что производители могут предложить бобруйчанам. Плодово-овощная, мясная, молочная, рыбная и консервная продукция. Участие в ярмарке принимают торговые и сельскохозяйственные организации, фермеры и предприятия города. На площади в 500 метров на Максима Горького растянулись торговые ряды. Самым топовым продуктом стал мед, смотря на который уже становится сладко. Денис Малашук приехал на ярмарку из Глузка уже в четвертый раз. Мужчина признается, все детство прошло на пасеке. Но близко с пчелами Денис познакомился после 20. И уже на протяжении 5 лет фермер занимается производством меда. Гречишный, майский, лесной. Производитель готов удовлетворить вкус любого покупателя. По мере взросления потихоньку я начал вливаться. И появляться интерес к этому делу. Ну вот последние лет 5. А особенно последние года 3, вот уже плотненько, знакомлюсь с пчелой, знакомлюсь со всем этим. Мне это нравится. Сезон ярмарок «Золотая осень» официально открылся. А это значит, что бобруйчане смогут удовлетворить свой потребительский интерес вплоть до ноября с 9:00 до 15 часов. О месте проведения более подробно можно узнать на сайте Бобруйского горисполкома. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.